Всем привет! Некоторые слова в названии вы, скорее всего, слышали где-то примерно год назад. Нимсес, социальная сеть или же новая социальная сеть. Короче, я не знаю, как правильно ее называть, но до меня дошла информация, которую я обязан с вами поделиться. Это новости об этой платформе. Это будет не рекламное видео. Я вас не буду заставлять устанавливать какое-то приложение, там, регистрироваться и так далее. Я просто хочу с вами поделиться информацией, которая у меня есть. И, скорее всего, в ближайшее время эта информация будет везде. Но я такой один из первых источников и хочу для своих подписчиков рассказать то, что я знаю. Итак, давайте начнем. Если вы не знаете, что это вообще такое, тогда вам будет, наверное, очень интересно, потому что я это нигде не анонсировал, и 25 июня 2017 года у себя ВКонтакте на стене написал вот такую вот тему. Привет, тестирую новое приложение, социальную сеть, сам не пойму, что это. Это не реклама, только что себе установил, хочу понять, как это работает. При установке вводите промокод, я так понял, вы что-то получаете, и я, соответственно, тоже. Постишь фотки, новости, тебе накапливаются нимы, и потом можно их тратить, покупая кофе, еду в реальной жизни. Пока это все читается как бред, но, возможно, мы будем первые и сможем занять лидирующие позиции в этом сервисе. Посмотрим, что из этого получится. Если кто видел этот пост ВКонтакте, те люди, наверное, установили это приложение, потому что по моему коду тогда пришло где-то 100 человек в это приложение. Что это такое? Ребята, это новая социальная сеть, которая соединяет в себе то, что мы имели и имеем сейчас, и что-то новое, о котором еще никто не понимает. Многие пользуются Фейсбуком, Инстаграмом, ВКонтакте, Твиттером. Зачем мы пользуемся социальными сетями? Чтобы получать какие-то возможности. Общение с друзьями, прослушивание музыки. Что там еще? Ну, каждый по-своему использует. Что предлагает новая социальная сеть Nimsys? Она предлагает пользоваться всем этим, при этом вам будет платить сервис, грубо говоря, за то, что вы пользуетесь этой социальной сетью. Внутри сервиса есть валюта внутренняя, она называется NIM. То есть построено все на чем? У человека есть определенное количество времени. То есть социальная сеть, в социальной сети вы сидите, тратите свое время. Вот эта социальная сеть предлагает то, что вы тратите свое время и зарабатываете. То есть вам накапливаются. Тогда по курсу в 2017 году, если вы пользуетесь этой социальной сетью, где-то в районе $40 вы получали в месяц. Эти, соответственно, $40 на внутреннем счету, я думаю, многие даже видели по новостям, потому что это такой был взрыв прям ниоткуда. Какая-то социальная сеть Nimsys, люди просто приходили со своими смартфонами и покупали кофе непонятно за что. Это реально работало. То есть на сегодняшний день там курс другой и процедура немножко другая. Сейчас я вам, наверное, приведу несколько таких больших ключевых фраз всего проекта, всей истории проекта, и вы немножко поймете, что вообще произошло. Итак, 1 июня 2017 года компания Nimsys запустила одноименный проект с целью понять привлекательность и принятие идей новой социоэкономики, которая лежит в основе идеи и философии проекта. То есть это случилось 1 июня, я в сети зарегистрировался 25 июня. За 98 часов компания получила 1 миллион регистраций и стала лидером в Apple Store и Google Play стран СНГ всего за 4 дня. 1 миллион регистраций за 4 дня. Приложение установлено свыше 5 миллионами пользователей из 183 стран мира. Фанатами проекта было создано более 30 тысяч пабликов в социальных сетях. 6-10 упоминаний в секунду, до 80 тысяч установок в час, которые своей нагрузкой ломали все SMS-сервисы, с которыми компания сотрудничала. Количество транзакций в секунду превысило суммарное количество транзакций Visa, MasterCard, PayPal и всех криптовалют вместе взятых. Как вы поняли, разработчики сами не ожидали такого отклика. Маркетинговый бюджет $0. То есть никто ничего никому не платил. Просто сама идея взорвалась, она взорвала интернет.
миллионы установок, и тогда об этом я узнал тоже. Но, как видите, я узнал чуть-чуть позже, чем другие, буквально через месяц почти до меня дошло, что, блин, какая-то прикольная тема, надо в этом поучаствовать. Я тогда установил и тестировал, смотрел, но не понял продолжения. А разработчики, в свою очередь, не поняли, что делать с таким огромным количеством людей. И сейчас происходит глобальный запуск. То есть тогда это было в режиме, наверное, тестирования, а сейчас это все запускается глобально. То есть открывается настолько там всего, столько функций. Ну, например, онлайн-музыка теперь будет работать. Второе. Внутри запускается криптовалюта, токен, который можно там покупать, обменивать, там, короче, там все так закручено, запутано, что туда нужно просто погрузиться, там можно жить, и от этого ты будешь кучу всего получать. Сейчас подключаются многие бренды, которые действительно там будут продавать и одежду, и обувь, и еду. Я думаю, что на кофе это не остановится. То есть суть в чем? Вы просто пользуйтесь социальной сетью, вам начисляются нимы за каждую минуту, прожитую с этим проектом, и вы эти нимы можете тратить куда угодно, куда вам душа лежит. Кто-то может просто взять онлайн подписку музыки и слушать музыку бесплатно, кто-то может пойти кофе попить, кто-то может сходить в кино и так далее и тому подобное. То есть это очень крутая вещь, которая зарождается. И я вам вот хочу просто об этом всем рассказать, потому что, ну, информация доходит до меня быстрее, чем до кого-либо из вас. То есть вы не узнаете просто пока из источников, но вот сегодня у нас 6 апреля, и, как мне сказали, начинается глобальный запуск. На официальном, кстати, на официальном сайте NIMCES есть у нас карта. Здесь, соответственно, приложение. Как видите, здесь все просто написано. За один месяц ты проживаешь 43 830 минут. То есть накопишь 43 830 нимов. Да, забыл самое главное. Теперь эти нимы можно будет обменивать на реальные деньги. То есть раньше нужно было тратить их в сети. То есть у вас был выбор или кофе попить, или футболку купить. Ну, такого плана. Теперь они делают биржу, на которой будут продаваться эта внутренняя валюта. То есть ты сам сможешь понимать, за сколько тебе продавать, за сколько не продавать. И выводить реальные деньги себе на счет. Ну, как-то так. То есть, и это одна из таких фишечек. Я, знаете, вот я думаю, что дальше я просто сделаю по этому приложению отдельный обзор. Возможно, через несколько дней об этом уже будут знать просто миллионы людей, потому что по тем показателям вы видели, сколько это все скачивалось, сколько приложения скачали раз, и это приложение было в топе Google Play Market и, соответственно, Apple Store. Вот. И вот она, карта есть, да, ключевые этапы глобального запуска. Как видите, где-то вот здесь вот было, вот июнь 2017 года был публичный бета-запуск NIMCES. 1 миллион пользователей было за 5 дней. Приложение NIMCES доступно в Восточной Европе, там скачалось оно в 183 странах. Так, в сентябре 2017 NIMCES Goods. NIMCES Goods — это как внутренний маркет, в котором вы будете тратить деньги, которым можно будет там обмениваться и так далее. Вот тест в Киеве делали, я так понял, что сюда относится и кофе там, и что-то еще там какие-то, шаурму продавали, я не помню. Вот, подготовка к запуску в 150 мегаполисах мира. То есть никто не ожидал, что оно так взорвется, но теперь я думаю, что это будет взрыв стопроцентный, потому что я буквально на днях общался с представителем этой компании, просто так сошлось, что мы встретились, и он мне столько всего рассказал, что там просто это глобальнейший проект. Это не просто какая-то очередная бета-версия какого-то социального проекта, который может будет работать, может не будет работать. То есть это будет работать 100%. Ну, по моему субъективному мнению, потому что идея очень крутая. Теперь мы спускаемся, здесь очень много всего было. Апрель 2018-го, музыка, релиз музыки, можно будет подписки делать и слушать музыку через приложение NIMCES. Апрель 2018, здесь будет
вот то, что я вам говорю, возможность обмена NIM-ом на другие валюты мира. То есть вы внутреннюю валюту сможете поменять на все абсолютно. Май 2018, все NIM-ы всех людей лимитированы. Один день 1440 NIM-ов, один месяц с начала теоретического и практического применения NIM-ов как формы выражения универсальной ценности, начала инвестиций в NIM-ы. То есть это, скорее всего, в мае будет вот этот вот токен, криптовалюта внутренняя, где вы уже сможете свои вот эти накопленные NIM-ы переводить в криптовалюту, которая может будет расти, может будет падать, этого никто не знает. То есть это не просто развлекуха какая-то, здесь действительно можно теперь будет зарабатывать деньги. Ну вот вкратце это так. Вкратце это так. Кстати, по промокоду, я вот писал еще тогда в 2017 году, по промокоду, я его оставлю в описании, я там получаю бонус за регистрацию, и вы получаете бонус, как зарегистрировавшись от человека, ну типа блогера, вот, и вам там сразу приходит на счет 1440 NIM-ов, где-то так. Ну вот, поэтому, если хотите зарегистрироваться, пожалуйста, ссылка и промокод будет в описании. Короче, взрыв. Я думаю, будет. Решать вам, хотите участвовать или нет, я решил вам просто рассказать про это. Сейчас хочу еще вам показать приложение, как это выглядит. Буквально кратенько, минутку пробежимся, я вам покажу, что это такое. Хотя сам до конца до сих пор не понимаю, как это все работает. Но это интересно. Здесь вот так вот будет видно. Это главная страница вашего профиля. Как видите, у меня здесь 92069 NIM-ов. Это где-то около 90 долларов. Хотя было, наверное, долларов 500 или 600. Но так как я не пользовался этим всем, даже здесь можно посмотреть, наверное, где-то историю. Где-то... Короче, я еще приложением, как видите, пользуюсь как на уровне. Я впервые его открыл. Здесь я размещал фоточки. В 2017 году. В чем прикол вообще еще этого приложения? Когда вы размещаете фотографию, то есть пост в своей социальной сети, вы платите там 20 NIM-ов или сколько-то там, я не помню уже, если честно. Вот сегодня я размещал, что-то с меня снялось, вроде как 20 NIM-ов снялось, лайка, вот собаку свою разместил. Вот. И люди здесь вместо, то есть ваши подписчики и, ну, соответственно, реально люди, вместо лайков они вам типа как NIM-ы отдают, то есть какие-то минуты своей жизни. Соответственно, это можно еще использовать как заработок. Если у вас вы делаете крутые фотографии и ожидаете, что там на них будет много типа лайков, то вам будут наставлять. Вот, например, там одно из, что там у меня, вот, например, я разместил фотографию, это фотография как директор небольшой китайской фабрики, на которой работает 10 человек, купил себе машину за 100 тысяч долларов и приехал нас встречать. Вот я заплатил 20 NIM-ов, а мне поставили вот 60 NIM-ов. То есть типа 40 NIM-ов я заработал. Такого плана еще можно использовать. Здесь есть фотографии в профиле, есть у нас события. Как видите, вот у меня минуса просто NIM-ов, потому что я это приложение вообще не использовал и потерял очень много денег. Здесь и штрафы у меня были. Ну, короче же, жесть была, потому что я тупо не использовал. Мне приложение писало: чувак, зайди, зайди, зайди. Но я игнорил, потому что не понимал, как это все работает. То есть каждый день здесь сейчас есть такой социальный типа взнос 111 NIM-ов, из которых формируется потом вообще общий бюджет, получается, приложение, как я понял. Но за день вы получаете, если вы им пользуетесь, 1400 с чем-то. Вот, есть у нас вот такие вот чаты, здесь переписки, то есть со всеми, здесь ребята мне писали, кому нужно было сделать верификацию, то есть подтвердить, что он реальный человек, потом, что здесь еще? Из таких, из прикольных штук, это вы открываете карту и вы видите онлайн людей, которые находятся вместе с вами, вот они белыми точечками, вот открывается стена, и вы можете наблюдать людей, которые... рядом с вами и какие они делают посты там и так далее и тому подобное. Вот это еще прикольная тема. Вот он, собственно, этот Goods, сейчас я как-то открою его, NIM-SES Goods, уже близко, скоро в твоем городе ты сможешь покупать абсолютно реальные вещи за NIM-ы. В данный момент ты можешь проверить баланс в своем профиле. Это то, что я говорю, что эти деньги можно будет тратить реально на всякие покупки, также их можно будет обменивать на бирже, на реальные деньги. То есть это все у нас работает. Здесь у нас есть вот такая вот еще информация о том, кто, что здесь и так далее. Потому что в приложении есть много всяких
терминов, которые, ну, ты до конца не понимаешь, что это вообще такое, как оно называется и зачем все это. Вкратце, это как-то выглядит вот так вот. Пользоваться вам, не пользоваться, устанавливаться, это все на ваше усмотрение. Лично я пока буду немножко проявлять активность в этом проекте, потому что, ну, я привык доверять тем людям, которые пересекаются на моем пути. Если они говорят, что это реальная глобальная штука, которая сейчас взорвется, вот просто будет бабах, то я готов в этом участвовать. Ссылка на скачивание будет в описании, устанавливайте. В принципе, вы можете найти в Play Market и везде это приложение. Устанавливайте себе, давайте посмотрим, что это такое. Опять же, если у вас есть желание. Я не хочу это рекламировать, чтобы вы не думали, что это реклама, что мне кто-то заплатил денег. У меня просто есть интерес к этому проекту, потому что идея, которая здесь возложена, она мне очень нравится. Всем пока!